Добрий вечір. В ефірі телеканал «Запоріжжя». Саме ці слова прозвучали 1 грудня 1993 року. 10 років ми разом. 10 років ми почали з такого романтичного вечора. Ми звикли, що ви дивитесь нас, радієте, сумуєте, сподіваєтесь, погоджуєтесь з нами чи не погоджуєтеся. Але ми разом, пройшли це непросте життя. І ми раді, що ви ці 10 років були разом з нами. Дійсно, канал «Запоріжжя» завжди збирав навколо себе найкращих людей. І наочному це підтвердження у нашому наступному відеосюжеті. Отже, повернімо колесо історії і подивимось на ті миттєвості, як це було і хто це був. Я все на світі не можу. Уж не судите строго. И мы сидим на берегу, и как река дорога, я до конца дойти не смог, но помнить не мешало. У самой главной из дорог всегда свое начало, а вдоль нее бежит река, легко с равниной спорит. В конце она наверняка в свое впадает море, и, подарив себя до дна, счастливо и устало, вдруг вспомнит гору, где она взяла свое начало. А мы-то с горки, то подъем, и что когда неясно, и оттого всю жизнь бегу, и иногда напрасно. И ты опять сменил причал, но как бы ни качало, ты должен помнить тех, кто дал тебе твое начало. У нас опять с утра пурга, поземкой заметает, и весь февраль идут снега, и климат холодает. Но ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. Да ты увидишь день и час, когда весна настала, и жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало. И жизнь опять в который раз возьмет свое начало.